Пришедшая из леса косуля устроила переполох в поселке Черемша. Дикое животное пробежало по частному сектору полкилометра и попало в тупик. Бдительные горожане обратились за помощью в центр спасения. Жители поселка Черемша удивились, увидев рядом со своими домами дикое животное. Косулю обнаружили в районе продуктового магазина. Хозяин частного дома по улице Радищева обратился в центр спасения. Спасателям он сообщил, что во двор дома заскочила заблудившаяся косуля и никак не может найти выход. Приехавшие вскоре к месту происшествия спасатели увидели израненное животное. Косуля в поиске выхода поломала рога. Весь двор был испачкан кровью. Спасатели поймали и связали измученную косулю. Обработали ей раны. Мы ее поймали, перевязали, связали. Измученную косулю обработали ее все раны. После чего вывезли в лесной массив и выпустили. По словам специалистов, сейчас в лесу снег покрыт ледяной коркой. Копытным животным тяжело добывать себе корм и убегать от погони. Возможно, это и стало причиной, заставившей прийти в город дикое животное.